Ты реально не хочешь подарить этот АКРТХ с дуэль, брат? Накуп! Сливай! Сливай! 2501! Сливай, брат! Сливай! Сливай! Давай, родненький! Родненький, брат, я верю в тебя! Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня будет нереально крутое видео, потому что, во-первых, оно не кликбейт, во-вторых, это дуэль на сотрека КРТХ, а между прочим, он стоит 24, мать его, тысячи голды. Поэтому, братан, присаживайся поудобней. Поехали. Ну шо, любители халявы, хотите на халяву Battlefly Dragon Glass? Чтобы получить совершенно бесплатно, тебе надо, первое, поставить лайк и подписаться на мой канал, во-вторых, посмотреть все видео без перемоток от начала до конца, и в-третьих, напиши любой хороший комментарий. Всем желаю удачи. Ты просто псих! Ну шо? Раз на раз. Питя! Ты готов? Да, ты готов? Вас. Ты реально готов? Это просто рыдец! Мне все напишут, что это постанова. Но это ни хрена не постанова! Я тебя просто люблю. Брат, скажи, ты плохо играешь. Ты плохо играешь? Нет, мастер. Твою налево! Ладно, чувак. Я понял. Ну ладно, попробуем. Все, давай, браток. 5 minutes later. Подождите. У него, короче, все его скины на втором аккаунте. Но этот парень дал мне слово, то что он реально отдаст мне КР. И если увидите это видео, то я вам скажу так, это скорее всего, ну скорее всего, все закончилось хорошо, вот так я вам скажу. Тут надо максимально поднапрячься, потому что, ребят, я играю не против нубак кубота, это жесткий кибер. Но я играю на КРТХ. Даже просто КРТХ, это уже до хрена. А это АКРТХ сотрек, все, я потею, поехали. Пройди ты на лоу, ну дайте я лоу-ка поставлю. Но мне КРТХ нужнее, чем тебе, ну пойми ты меня правильно, друг. Мне КРТХ гораздо нужнее, чем тебе. Ну, брат, еще такие крутые наклейки. Я отвечаю, я его применю и буду просто понты гонять, брат. Ага, прошел. Ну вот засранец. Ты че, брат? Нормально, нормально, нормально. Скорее всего, у меня сейчас 60 хп, я думаю. Ой-ой-ой. Ой-ой, если бы не присел, ее бы уже не было. Ну что, ребят, забираем первый раунд. На уверенности. Ладно. Ладно, Москва тоже не сразу строилась. Ребят, все нормально. У меня есть одна секретная фишечка, о которой многие киберспортсмены не знают. Но кем-то пока-то знает. Я-то, ребят, киберспортсмен еще тот. Так. На лоха. Ну, походу, этот киберспортсмен знает все. Так, ребят, счет 2-0, вы сами понимаете. Для меня это такой разменочка. Начало каточки только. Пока что счет 2-0. Ну, говорится, ребят, ну, не всегда что-то побеждать, правильно? Надо, ну, два раунда ему дать, а потом обратно победить. Ну что, префаем. Раз, два, три, на лоха! Ой. 5 minutes later. Обратно бросаем хаишку ему. И моя короночка флешка. И залетаем спиной. 2-2. Ну а вы-то думали, да? Он писал, что он легенда на основном аккаунте, ребят. Но все равно. Кента, пока. Тоже легенда! Нормально. Просто я думаю, как же плохо быть нубом. Просто все нубы, которые меня смотрят, пацаны, тренируйтесь, потому что быть нубом это плохо. Вот такие вот моменты, вот такие вот дуэли бывают раз в жизни. Не, ну ладно, второй раз в жизни, потому что первый раз киргол, понимаете, вот такие дуэли надо побеждать. Если я ее проиграю, ну это будет трындец. Поиграть АКРТХ сотрек? Не, пацаны, никогда в жизни, поверьте мне. У него тэк-9, у него тэк-9, ему жопа. Брат, ну с тэк-9 ты меня точно не замочишь, поверь мне. Головка зашла. Ой, почему головка зашла, мне его жаль. Ну все, мой раунд, поверьте мне, мой раунд. Ай! Алипо, 22 секунды, пацаны. Ты чё творишь-то? Ты сумасшедший? А ну остановись. Выйду, разбийник! Давайте, раз, два, три, преф. Мимо. Ну, пацаны. Ну, без обид, но это кибер. А, все, ну даже так, 3-2, все спокойно. Я просто хотел засейвить раунд, просто убежать. Он бы не успел бы запланить, все, 3-2, изи. Но я скажу честно, он очень хорошо играет. Поэтому, ребята, ну надо собраться. Хорошо. Не, ну я скажу так, это очень сложная дуэль. Ха-ха, а он не пушит, 20 секунд остается, братик. Ну надо, говорится, подпушить, поднажать. 15 секунд. Ой-ой-ой! Да ну нафиг! Просто вот в эти две странных секунды я нахрен вспомнил все, что со мной произошло от возраста до 2 лет до 23. Жесть, 4-2, пацан, просто жесть. Как же он потно играет, как же он потно играет. Он еще пишет, да как? Брат, да вот так, вот так. Он пикает меня, скорее всего, он будет слева, поэтому припадет. 5-2, пацаны, ну что?
А вот теперь-то вы прекрасно понимаете, чей будет АКР. Прямо сейчас, ребят, я беру секретное оружие, запрещенное оружие, ну, ребят, ну, для кента, оно разрешенное, это афиг. Так, ну что, пацаны, счет 5-2, погнали. Ну, тогда я делаю вот так. А-а-а, ты уже в плентуто, родненький, ха-ха, вот проказник. Ну? Ну? На лоха. Оу, шит! Ой-ой-ой, все, 6-3, мой раунд. Если я возьму, я нубы или мы? Ну, все, ну просто трындец. Ну просто, он не жилец. Все, брат, давай 5-3, все, давай. Иди мне пуш, остается 10 секунд. Я сейчас сделаю вот так, просто чекай. Делаю вот. Вот так, все, 6-3 и закаточка. И заметьте самое интересное. Осталось всего лишь 11 патронов, потому что, ребят, парень играет максимально сливово, максимально аккуратно, максимально в закрытую. Но победа-то, вы знаете, ща будет. АКР, ТХ, статрек, вы это прекрасно понимаете, ребят, я жопу порву. Ну, не свою, конечно же, но чью-то. Но АВИК ТХ я получу. Поехали, пацаны. Ой, хуй нахрен АВИК ТХ? АКР ТХ, извиняюсь, пацаны. Слушай, ну вот я сейчас в такой позиции, меня очень тяжело предугадать. Ух, кстати, я никогда в жизни не замечал этих зеленых полос на стене, да? Во время дуэли не такое будет. Ой-ой-ой. Префайм. Фух, 7-3. Берем твой авичек. Муа, моя ты умничка. 7-3. Слушайте, ну вот такие дуэли я люблю. Вот прям так хорошо все идет. Прям прекрасненько. Сейчас, если я его сейчас с авика последний раунд заберу, будет великолепно. И я очень надеюсь, что он не с камер. Так, ну шо, давай, брат, я взял авик. Говорится, твой. Давай, выходи. Давай. Ну давай. Ой, ты с дробашом. Все, братик, пресс F. То есть, если у него дробаш, можно даже не прятаться. Потому что с дробаша он вообще, ну, мне 0 урона сделает. Давай. Братан, ну, сегодня твой день, АКР, ТХ должен принадлежать мне. Поставь сейчас запрос слить за 0.3, но пока не сливай, я тебе скажу когда, ты поймешь. Мой знаком, сливай, 2501, сливай, брат, сливай, давай, родненький, брат, я верю в тебя, сливай, давай, брат, сливай, аккуратно. Твою мать, Стэнли! Кентуха, я пукнул пакет, а ты лопнул его ртом.